Time to reset and try. Пришло время сделать переустановку и сделать то, что Бог нас призывает в эти дни и в грядущие дни. Он хочет, чтобы мы были партнерами с Ним, чтобы построили стены, которые врагом разрушены. Как Давид с ключом, который закрывает и открывает двери. Он хочет услышать голос своего народа, что он рычит, как лев. Иисус не только агнец, он также лев, который рычит. И когда его рык раздается, враги разбегаются его. «Идемте, — говорит Господь, — я покажу вам великие и могучие дела». Он говорит, поднимитесь, Давиды наций, возлюбленные, которые бегут за сердцем Бога, и вы пойдете в битву, и будете рыкать на врагов своих. И Иисус, Царь, знает как, и мы будем знать, как эти народы завоевать для Бога. И Дух Божий. Если мы не научимся сейчас это делать, то мы просто останемся. Пришли времена завладеть для Бога территорией духовной. Он стоит в поле и ждет нас присоединиться к Нему. Господь, я молю Тебя, чтобы Давиды, нации земли поднялись, чтобы они издавали рык и рычали, и рычали. И чтобы этот рык был слышен на небесах. И они будут овладевать землею. Для Тебя, наш Господь, сейчас время пришло завладеть землей для Бога. Аминь.